Приехал ко мне человек, которому 20 лет, из Новосибирска. Лишнего не говорил, не просил его афишировать. Ну, естественно, я залез в холодильник, все, чем мог, поделился. Вот. У него с собой было 25 евро. Сколько это в рублях, до сих пор не знаю. Ну, наверное, много. 25 евро. Вот. Ну, вот считайте, вот здесь 140 косточек. Ой, извините, здесь 1400 косточек. Вот посчитайте. 1400. Это мне снимок прислал, потому что он заканчивал сбор после меня. Когда мне терпение кончилось. Вот. А вот эта дама приехала к Сергею, у них сотрудничество. Я всем говорю, ей говорю, вот, у вас есть раскрученные сайты, продавайте это. Вот он, она будет продавать его саженцы. Правильно делать. Не может один человек со всем управиться. А я ей говорю, и вам говорю, вот эти косточки, вот с этих же, стоят 25 рублей штучка. Вырастет в два раза меньше, все равно плоды, если мою косточку посадить, все равно гигантский успех. Все равно. Вот. Пожалуйста, выступайте в роли перекупщиков. Ищите клиентов сами. Заводите новые странички, пожалуйста. И вот, я буду только рад вашей помощи. Забирайте себе каждый пятый рубль.